У меня никаких нет на эту тему мыслей. Я, честно говоря, только по песне Высоцкого знаю про реинкарнацию. Больше у меня никаких нет других сведений. Я не очень верю в то, что я была мышкой, а стану теперь кошкой в следующей жизни. Я не знаю, мне кажется, все как-то очень не так буквально. Ну, то есть, может, я и была мышкой, ну, частично. А частично была ромашкой. Поэтому, ну что там, я не знаю, я не отношусь к этому всерьез, честно. Ну что я буду сейчас морочить вам голову? Ну правда, ну нет, я не знаю. Но хотела бы быть, например... У меня даже нет фантазии, кем бы я хотела быть. Ну никем бы не хотела быть. Я бы